Дагестан получил в этом году около 7 миллиардов рублей на ежемесячные выплаты детям от 3 до 7 лет. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития региона. На сегодняшний день республике выделено более 13 миллиардов на осуществление выдачи пособий детям в рамках данной возрастной категории. Указанные выплаты уже назначены 85 тысячам семей. По прогнозам Минтруда, в течение ближайших месяцев выделенные республике средства будут освоены. Напомним, с 1 января 2020 года Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Согласно документу, выплаты на ребенка смогут получить семьи, в которых предыдущий среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум, а сама выплата составит 50% от этой суммы.